Вечер добрый. Собирается, можно говорить? Да. Раз-раз, коллеги, нас слышно? Раз. Надеюсь, что да. Постматчевая пресс-конференция. Главный тренер хоккейного клуба Сочи Александр Леонидович Андреевский подводит итоги игры. Ну, конечно, мы рады. Рады то, что приобрели два очка с хорошей командой. Единственное, конечно, в концовке. В концовке мы упустили нити игры после того, как повели 3-0. Стали допускать вольность, отошли немножко от плана. В это время Салават нас хорошо поддавил. И еще, может, чего следствие было много удалений. От этого такая концовка получилась нервная. Ну, здорово, еще раз повторюсь, что мы выстояли, взяли два очка и сейчас едем домой, готовимся к следующему игру. Спасибо. Коллеги, вопросы? Спасибо, пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Азамат Шулуков, медиа-карсеть. Первый вопрос от Дмитрия Колготина. Он сегодня гол забил, чаще всех в команде бросал и уверен так в зону входил. Как вам он сегодня понравился? Получится ли он дальше больше игровое время, чем 12 за матч? Спасибо, это первый. Ну, я не любитель кого-то что-то выделять, но сегодня скажу, что у нас все ребята старались. Да, вы правильно заметили, что одни играют меньше, вторые больше. И, естественно, если игрок будет приносить больше пользы, то есть будет забивать, то и больше игрового времени у него будет. Вообще известно, что Салават очень не любит, когда против него плотно и жестко играют. Вы упомянули план на игру. То есть вы действительно целенаправленно хотели именно задушить там форчекингом, прессингом и так далее? Спасибо. Да, да, у нас да, был план сыграть активно. Сыграть активно. Это нам удалось. Я повторюсь еще, после третьего гола мы немножко отошлись от плана. Но здесь надо отдать должное сопернику, потому что Салават во втором периоде начал так реально нас наседать. Там еще у нас была дальняя лавка, было несколько плохих смен для нас. То есть Салават менялся, накладывал свежую пятерку на нас. И, может, вот от этого все-таки игра и перевернулась. Владимир Бакулин, континентальная хоккейная лига. Вопрос Александру Леонидовичу. Как оцените сегодня дебют квартального за Сочи? Как он понравился? Насколько вот он готов сейчас играть? Ну, то, что от него требовалось, он выполнял. У него было сегодня мало игрового времени. К сожалению, пошли удаления. Еще раз вот я буду повторять, у нас пока не все играют в меньшинстве, поэтому и игровое время его было сокращено. А так, в принципе, то, что мы от него ждали, он выполнил. И второй вопрос. Александр Леонидович, в прошлом году в составе Сочи, в обойме Сочи было несколько игроков-ветеранов, такие как Петров, Щитов. Вот насколько сейчас клубу, команде именно не хватает таких вот опытных игроков, способных завести вот команду и подтолкнуть ее вперед? Ну, понимаете, но в этом году концепция клуба, то есть развитие молодых хоккеистов, поэтому бессмысленно сейчас об этом говорить. Понятно, что когда есть опытные игроки, которые проходили, скажем так, огонь, воду, медные трубы, которые выигрывали кубки, у них много опыта, они, конечно, где-то в трудную минуту могут взять ответственность на себя, успокоить ребят. Вот у нас очень много молодых ребят в этом сезоне, которые играют первый год на таком уровне, и видно, что они очень хотят, и от этого, в принципе, страдает качество игры, особенно в конце. Денис Тайпов, Горобзор.ру. Сегодня стало известно, что несколько игроков Салавата заболело коронавирусом, сегодня не было Маркуса Гранлунда. Как-то перестраивали игру в обороне из-за отсутствия Гранлунда? Нет, ничего не перестраивали. Единственное, мы готовили меньшинство наше, вернее, ну, что когда Гранлунд играет в большинстве, вот, немножко, когда узнали, что он не играет, да, немножко там поменяли уже, когда увидели другие сочетания, то есть немножко было перестроение. А так, в принципе, ничего не меняли. Евгений, спасибо большое. Ждем. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги, с нами Виктор Николаевич Козлов. Виктор Николаевич, нас слышно? Да, слышу вас хорошо. Пожалуйста, ваш комментарий по игре после матча. Скомканные чувства оставил этот матч. Да? Начало было провальное, не было того движения, не было того напора, да, который требовался от ребят. Вот. Но то, что обрадовало, то, что попытались вернуться в игру, работали, создавали моменты, но, как обычно, как говорится, да, создан недостаток. Те моменты, которые мы создавали, должны были реализовывать, тогда бы результат был другой. Но опять же, да, начало матча мы должны начинать лучше. Виктор Николаевич, спасибо большое. В зале есть вопросы, пожалуйста, Азамат Шелуков. Добрый вечер, Азамат Шелуков, медиа-карсель. Первый вопрос.
Вы согласны с тем, что Сочи удивил Салават именно очень плотной опекой и злыми контратаками, и именно эта причина, по которой минут 40 мало что получалось в команде? Ну, вы знаете, как бы Сочи хорошо сыграл по счету, да, он хорошо играл в откат. У нас не было скорости для прохождения, да, этих, этой средней зоны, которую Сочи создавала, да, для нас препятствия. Вот. Ну и плюс нарвались на контратаке, да, где-то там недоработали, была неразбериха между защитниками и нападающими. Они использовали моменты. Но опять же, да, повторюсь, это нужно быть лучше и лучше начинать матч, чем мы должны. Данил Тарасов сегодня был заявлен вторым. Планируется ли его дебют в домашней серии? Будет еще один вопрос. Ну, вы знаете, это домашняя серия еще длинная. Вот сегодня он был заявлен, это первый шаг. Дальше будем смотреть, будем думать. У нас, в принципе, Сухачев тоже есть, он поехал за игровой практикой, поэтому это будем смотреть. Сегодня вы исполняли обязанности главного тренера. Как давно это было решение принято? То есть был ли какой-то протокол на случай болезни или отсутствия Ламса, и что именно вы будете замечать? Или это так, экстренно? Нет, протокола не было. Сегодня просто экстренно так решили, потому что у нас вот пришла такая новость. Заболели у нас и Томми, и несколько игроков. Поэтому в экстренном порядке, да, было принято это решение. Владимир Бакулин, КХЛ. Виктор Николаевич, с чем все-таки связано вот это провальное начало в матче? Какой-то недонастрой был на Сочи? Ну, вы знаете, не на настрой. Единственное, что я могу сказать в нашу пользу, то, что, в принципе, начало дня сегодня было, блин, немножечко таким, много было новостей, много было отвлекающих мыслей, отвлекающих, много было дистраб. Сейчас сконцентрируюсь. Ну, день начался с плохих новостей у нас, и поэтому ребятам единственное, что это оправдание, может быть, это как-то сказалось в начале. Но это, опять же, да, нас не оправдывает, мы должны начинать лучше. И второй вопрос по поводу Филиппа Ларсена. Как скоро мы его увидим, катается ли он уже или еще рано? Филипп еще не катается, но он начал тренироваться, и надеемся, что как можно быстрее он к нам присоединится. Алексей Горюнов, МК в Башкортостане. Виктор Николаевич, ну сейчас понятно, что как минимум 10 дней не будет тех, кто выбыл, в том числе и главного тренера. И сейчас есть ли мысли по составу, то есть вы будете ли вызывать кого-то из Тароса, или, в принципе, те ребята, которые сегодня играли, устраивают вас? Вы знаете, сегодня закончился только матч, не хотелось бы сразу анализировать и какие-то делать выводы, да, то после матча, потому, вот, поэтому, да, мы будем, скорее всего, будем рассматривать варианты, да, с подключением еще других игроков, но каких именно и когда это будет, это будем принимать решение завтра. Денис Тейпов, вопрос Горовзору. Такой вопрос. Вы сказали, что экстренно приняли решение. Кто принял решение? Ламса, который, уходя, дал наставление, или руководство клуба? Это было совместное решение Томми и руководства клуба. Ага. Сегодня Павел Колледов и Евгений Бирюков проиграли свой матч -2. Какие-то такие нелепые ошибки получились. Нет желания разбить эту пару защитников? Ну, вы знаете, вот опять же, да, повторюсь, сейчас какие-то такие выводы делать после матча, это, я считаю, что это ошибка. Завтра будет новый день, будет пища, мы проанализируем матч, вот, разберем его, и потом уже будем принимать решение по составу. Сегодня многих удивила новость о том, что игроки Салавата заболели коронавирусом, в том числе и главный тренер. Как в команде следят за дисциплиной, чтобы люди не посещали общественные места? В сети сейчас гуляет фотография, где Павел Колледов в каком-то ночном клубе в Москве появился, и все это активно обсуждают. Ну, дисциплина у нас с ребятами проводится, с ребятами ведется работа, да, по поводу того, чтобы они контролировали свои действия, то есть берегли себя, не посещали публичные места. Вот, а то, что касается видео, ну, это мы уже разобрались внутри команды и уже все обсудили. Выносить это из команды я не буду.
Олег Чернов, Сапкор 02. Вам сейчас и другим тренерам психологически сложно в связи с тем, что человек, с которым вы контактировали, сейчас получил положительный анализ? Все-таки, ну, вы постоянно вместе были все? Вы знаете, может быть, вначале эта мысль проскакивала, а сейчас уже как бы от нас уже мало чего зависит, уже что будет, то будет. Наша задача сейчас выходить и работать. Вот, поэтому ждать следующих тестов. Спасибо. Все вопросы в чате, в зале. Виктор Николаевич, спасибо большое. Все, спасибо большое. До свидания. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Кугин. Здравствуйте. Да, слышно. Ваш комментарий по игре. Что получилось, что не получилось? Да многое, что не получилось. Первую половину игры вообще не в свой хоккей играли, проиграли все стыки, поэтому был такой результат. И вторую половину играли, как мы должны играть, но не хватило времени уже. Дмитрий, спасибо. Вопрос Азамат Шелуков. Дмитрий, здравствуйте. Вы только сказали, что первую половину играли не в свой хоккей. До этого Виктор Козлов тоже сказал, что игра началась не так, как вы хотели. А, собственно, почему так случилось и как вы хотели начать? Трудно сказать, почему так случилось. А начать мы хотели так, как играли вторую половину агрессивно. Самое главное было выиграть все единоборства. Вот, но, как я сказал, вначале это у нас не получилось. Владимир Бакулин, КХЛ. Дмитрий, вопрос такого плана. Как сегодня в команде восприняли вот эту новость о том, что несколько игроков, в том числе главный тренер, положительный результат получили по ковиду, да? Была ли какая-то паника внутри коллектива? Как вообще? Да, нет никакой паниковой ситуации. Видите, все в одинаковых условиях, поэтому нужно быть к этому готовым. Вот. Ну, или сегодня немножко, ну, с везением, скажем так, завершений не очень получалось. В чем, вот, что нужно делать, чтобы переломить вот такие моменты, когда не летит никак шайба, то в перекладину, то в крестовину? Больше лезть на ворота, играть наглей, вылезать из углов. Это, наверное, обычный рецепт голов, тем более в таких ситуациях, когда... моментов противник плотно очень играл, поэтому только такие голы сегодня нас могли спасти. Ну, вас недавно вы соединили звено, которое в прошлом году играли с Кадейкиным в центре, и заметно, что вы начали активнее бросать, взаимодействовать. Все-таки в привычном звене проще играть, чем с Воробьевым в центре, как начинали сезон? Слушайте, ну... трудный такой вопрос, в принципе. Мне без разницы, с кем играть, с кем поставят, с тем и буду. Просто момент такой, что с Воробьевым мы сыграли там сколько? 5-6 матчей, а с Кадеем и Жирком мы играли практически там 80%, наверное, прошлого сезона. Поэтому, наверное, понятно, что немного проще. Но... тем не менее, было бы проще, если бы мы забивали больше голов, команда выигрывала. А так у нас такие три очень тяжелые игры последние в нашем исполнении, поэтому трудно сказать что-то по этому поводу. Спасибо. Денис Тайпов, Горобзор.ру. Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, свою шайбу. Специально ли так бросали с разворота в конек соперника? Не, я отдавал пас. Ну, у Салавата последние два матча получились не очень хорошими. Победа по булитам над последней командой Востока, сегодня поражение от последней команды Запада. Это такая началась череда неудач. Чем можете вообще связать вот такой вот неожиданный результат после хорошего начала? Да, трудно сказать. Опять же говорю, что самое главное отличие там от игр, которые были до этого, это единоборство, которое мы выигрывали. Сейчас почему-то мы стали их проигрывать. Вот. Самое главное отличие, как только начнем выигрывать единоборство один в один, то мы вернемся на свой уровень сразу. Больше вопросов нет. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, до свидания. Добрый день, здравствуйте. Сейчас говорю здравствуйте. Здравствуйте. Краткий комментарий.
Раз, друзья, если нас слышно, слышите? Да. Кто с нами работает сегодня? Сейчас. Краткий комментарий по матчу, Никита. Хорошая игра, такая упорная. Бились, старались, выиграли, молодцы. Лаконично. Коллеги, ваши вопросы? Коллеги? Да, если позволите. А как прокомментируете шайбу, когда игрок, кстати, убежал один на один, положил на колени Бирюкова и забросил? Так все было задумано? Ушел 1-1, положил Бирюкова на колени. А что за момент такой, я не помню. А как, когда забивали во втором периоде? А, когда Тачиски забил? Да, да, да. Так там 2-1 вышли же. Хороший гол. Обманул, повезло, отскочило там, залетело. В чем сегодня Сочи превзошел Салтилаев? Ну, мы давно не побеждали. Хотели выиграть, старались прям, бились друг за друга. Но этим, наверное, и выиграли их. Больше работы сделали, чем они. Как вам сегодня ваш вратарь? Зверь, молодец. Тащил как мог. Помогал. Почему раньше у него, ну, побольше шайб было? Вы хуже ему помогали или все-таки Уфа не поняла, как забрасывать этому вратарю? Да нет, просто мне кажется, сегодня прям все друг за друга бились, играли. Поэтому и у него шло. Он тащил. Ну и мы там на себя ловили. Вы заметили, что Уфа плохо справлялась с тем, что вы очень хорошо накрывали в чужой зоне и очень рано начинали встречать игроков? Еще раз, я что-то задумался. Повторите вопрос, пожалуйста. Вы заметили, что Уфа была не готова справляться с тем, что вы очень рано и очень высоко встречали игроков, соперников? Ну, конечно, заметили. Это была тактика наша встречать. Чем ближе, тем лучше. Мы ее выполнили и не давали, можно сказать, им шансов, по большему счету, зайти в нашу зону. У них были отбросы, забросы. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо вам. Пожалуйста, ваш комментарий по игре. Что получилось, что не получилось, в чем не доработали сегодня? Ну, плохое начало. Это... Очевидно, 0-3 проигрывать, это, конечно, никуда не годится. Потом включились, начали оказывать давление на ворота. Начали быстрее, стали быстрее в движении, стали более агрессивными, полезли на ворота, забили 2 гола, но этого недостаточно оказалось. Спасибо. Вопросы из зала. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Первый вопрос. Вам не кажется, что Салавату надо было играть попроще после того, как Сочи забил третью? Вы сами сказали, что нужно было лезть на ворота. Да, Азамат, здравствуйте. Ну, не после третьей, надо было с самого начала, да, играть попроще, потому что у нас на самом деле такая болезнь. Мы начинаем играть академично, мы начинаем играть красиво, начинаем отдавать передачи на пустые ворота, да, там при счете 0, ну, даже 0-1, 0-2 мы продолжаем это делать. А потом, когда уже подгорает, перестраиваемся на более простую игру. И самое удивительное, что эта игра и приносит нам успех. Почему мы не начинаем с самого начала? Ну, видимо, сначала хотим поиграть в хоккей, потом за результат только ответственность чувствуем, когда уже начинаем гореть. Вы сейчас прям всю суть описали. У Салавата часто бывало такое, что против них начинают жестко, плотно играть, все сыпется. Вам не кажется, что это систематическая проблема? Она в любом случае будет систематической проблемой, если мы играем академично. Да? Это, слушайте, это самый, что вы будете делать против команд, против мягкой команды, конечно, вы начнете ее бить и начнете играть жестко. Это, ну, ничего сложного в этом нету, поэтому, опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, надо просто с самого начала играть, показывать зубы и играть агрессивно. Есть, на ваш взгляд, что-то общее между матчем против Куньлуни и сегодня? Спасибо. В двух словах, настрой и начало игры, которое зависит от настроя.
Олег Чернов, Сапкор 02. Как вы думаете, вот с вашей стороны, человек, который шикарные голы забивает, почему у нас у молодых не получается забрасывать шайбы вот до коронавируса Башкирова? Сейчас до сих пор Амиров без шайб, по-моему, и еще и есть молодые игроки без шайб. И сегодня вот, кстати, тоже не получилось у Мухаммадуллина забросить. Что ж, чего им не хватает? Ну, знаете, наверное, самое последнее, что сейчас надо делать, это оценивать и обсуждать игру друг друга, партнеров. Мне кажется, сейчас такой момент, после этих двух игр нам надо каждому на себя посмотреть, кто там не забивает, кто ничего. Я думаю, здесь рецепт один для всей команды и для всех нападающих. Надо лезть, упрощать игру, прекращать ждать, пока там шайба к нам придет, прекращать ждать этих моментов. Надо начинать самим создавать их и самим брать ответственность за игру в свои руки. Я просто в том смысле, что вы игрок мастеровитый, опытный, поигравший в сборной, поэтому я думаю, может, какой-то совет дадите, что-то в этом роде. Молодым, которые привыкли к более... Я же говорю, совет... я совет давать не буду, но конкретно по вопросу, по вашему, нам всем, включая молодых и опытных, и неважно, кто какие голы забивает, нам всем надо просто лезть на ворота и играть проще, играть агрессивнее, а не академично. Вот и все. Поэтому это касается и молодых, и старых, и всех, кого угодно. И защитников, и нападающих. Владимир Бакулин, КХЛ. Александр, такой вопрос. Как сейчас вот настроение в команде, учитывая, что сегодня новости такие не совсем приятные, да, пришли по коронавирусу, потому что... Настроение, да, нормальное настроение, но боевое. Слушайте, ну у нас что теперь? Там из-за одного-двух человек у нас что теперь? Панику и трагедию разводить? Нет, у нас все нормально, рабочий режим. Слушайте, некоторые команды играют вообще там в три звена, в два звена, в две пары защитников, а у нас сегодня там не смогли выйти там два человека, по сути дела. Ну что, какое у нас настроение? Нормальное боевое настроение? Алексей Горюнов, МКБ «Башкортостан». Александр, начали хорошо чемпионат, то есть было лучшее начало в КХЛовской истории, там после шести матчей. И вот все-таки последние три матча, да, сильно отличаются. Где-то, может быть, успокоились, решили, что по накатанной пойдет? Или в чем причина, как вы видите? Ну, сами ответили, да, на свой же вопрос. Наверное, думали, что все так просто пойдет, потому что оно же и сегодня и в раздевалке там обсуждали это, что игру-то тяжело поймать, на самом деле. Победы тяжело одерживать, переламывать, да, там. И вначале были такие победы, там, в одну-две шайбы, именно за счет характера, там. И, наверное, подумали, что так дальше и пойдет, что так легко будет. Но в том-то и отличие было, что в начале чемпионата у нас сохранялась концентрация на всю игру, и держали эту концентрацию, были нацелены на ворот, на результат. Вот. А дальше, видимо, решили, что не мы будем выигрывать, да, а победы сами к нам будут приходить. Видимо, ну, нам будет уроком, наверное. Одного урока нам не хватило, видимо, когда нам, ну, немножко судьба подарила там два очка в той игре, да. Ну, значит, будем терять очки. И только, может быть, таким уроком. Такой урок нам будет усвоен. Александр, здравствуйте. Денис Тайпов, Горобзор.ру. Как в команде сейчас соблюдает дисциплину в плане посещения общественных мест? Некоторые игроки заболели, и в Москве нас всех удивила новость, как некоторые игроки Салавата пошли в ночной клуб. После этого был жесткий разговор в раздевалке, что так делать? Ну, вообще категорически нельзя. Денис, если честно, я, ну, не очень понимаю, о чем... Я не понимаю, о чем разговор, если честно. Почему кто в ночной клуб, я не знаю. Ну, просто в сети есть самое популярное там фото, видео, как Павел Кольдов был в ночном клубе. Вот я об этом тему и с главным с исполняющим обязанности главного тренера тоже поговорил. Вопрос о том, как вы относитесь. Говорите друг другу, что нельзя посещать места, где много скопления людей, или все зависит от каждого индивидуально?
Слушайте, ну, во-первых, меня нет в соцсетях, я, наверное, просто не видел, я просто не очень понимаю, о чем вы говорите, да, но в плане того, что социальная дистанция, да, конечно, но это на... Я еще говорил в начале сезона, да, то есть как бы здесь каждый ответственный сам за себя, да, то есть как бы мы там тренировались 2 месяца на предсезонке, да, то есть мы там вошли в сезон, то есть если, я думаю, нет ни одного человека, который хотел бы сейчас уйти на 2 недели на карантин и дальше там заново восстанавливать форму, там приходить в себя, там заново вкатываться в сезон. Поэтому я думаю, здесь как бы все-таки у нас не дети малые собрались в команде, поэтому я думаю, все ответственность понимают. Поэтому каждый ответственный сам за себя. Я думаю, эта вещь-то очевидная. Я думаю, вряд ли кто-то есть, да, кто ходит там и жажде там подцепить этот коронавирус. Спасибо большое, вопросов больше нет. Спасибо.